Пойдем. Иван Купала или Иванов день – языческий праздник солнца, зрелости лета и зеленого покоса. Солнце уже зашло за горизонт и наступила темнота. Стоп-стоп, не совсем темнота, луна осталась с нами, ну и костер освещал все вокруг. Иванов день в представлениях наших предков – время кульминации всех стихий в их темной и светлых ипостасях. Если вдуматься, то становится не по себе. Ты можешь идти быстрее? Нам нужно папоротник найти, цветущий. Быстрее, пожалуйста. А, кстати, я знаю, как повлиять на тебя. Ты знаешь, что в это время... Темно-темной ночью всякая нечисть выходит из прудов, из рощ, леши и пугает людей. Вот даже кто-то кричит. Все, завязываю со страшилками, аж самой страшно стало.